Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и сегодня мы поиграем в такую маленькую флешечку под названием Kingdom Rush Origins. Это игрушка о том, как мы будем отбиваться от монстров кучами башен, строя башни, вот различные магов, герои у нас свои будут NPC-шки. Будем ими файтиться, отбиваться от противников. Если вам нравятся такие игры, ставьте лайк, пишите комментарии под видео, какие бы вы хотели увидеть игры еще на канале, потому что у меня скоро, ну, в принципе, потихоньку заканчивается контент, то есть доснимаю пару игр и буду сам искать новые, но вдруг они вам не зайдут, а если вы знаете, какие игры, какие вам хотелось бы увидеть на канале, то обязательно пишите, и я посмотрю, выберу из всего этого пару игр, и после того, как закончится то, что я сейчас снимаю, то есть это Assassin's Creed, Imperium Galactic Survival, Hard World, хотя нет, Hard World не закончится. Вот, потом еще Безумный Макс у меня вроде идет. Да, вот как только это все закончится, я начну снимать то, что вы предложили. Ладно, начнем. Так, новую игру. Уровень сложности зависит от прохождения. А, новичок. Так, боец. Ха, ветеран. Давайте за бойца уровень сложности выберем. Я думаю, уровень сложности не будет. Так, локация. Компания. Ясно. Серые вороны. Враги и солдаты в доспехах представляют волю. Так. Это история о эльфах. Ха. Так. Инструкция. Защищай свои земли от вражеских атак. Да. Так, далее. Строй башни. Основной типа башен. Ну понятно. Башня лучников, казармы, мистики. Так, каменные друиды. А, каменные друиды носят урон по площади. Давайте каменных друидов поставим. Лучников и вот этих ребят. Все, бой. А, стоп, каменные друиды и каменные друиды. Пока что прокачивать их нельзя. Их можно только продать, башню. Так, а ускорить можно? О, нажми здесь. Гном-грабитель. Гном-грабитель? Он больше, знаете, на какого-то волка похож маленького. Так, ну валуны начали набрасывать, лучники тоже начали набрасывать. Так, ну это первый противник. Так, давайте вот этих построим следующими. Минусанули. Сотку надо, да? Монет. У нас пока-то столько монет нету. Ну, я вижу, что мы уже проложали слегка. Ну, урон по площади. Блин, я хотел этих рыцарей взять. Я перепутал слегка. Так, это волна 1 из 6. Ё-моё. Давайте хотя бы лучников поставим. Вообще жесть. Реально жесть. Потому что сейчас... монеток подзаработали, но... ну ладно, лучников еще. А лучники быстро, кстати, наваливают. Блин, чуть не прошел. О, новый навык. Братва вышла! Надо было... ух, ё-моё, клёво. Ну да, здесь вот такое есть. Ускорение я здесь не вижу, к сожалению. Чтобы они быстрее шли. Прокачивать их нельзя. Ну, следующие рыцари будут. Вперед, ребята, вали гадов. Так, ну ладно, это не страшно. Я думаю, налучников нам хватит. Не, налучников нам до сих пор не хватает. Так, ну минусани их. Давай, давай, я в тебя верю. Все, есть. Хотя бы здесь. Это вообще дичь. Эй, мы сейчас просрем. А вроде ничего сложного, да? Так, тихо, тихо. Куда? Толпа какая уже, а? Так, молнию получили. Ставим здесь еще одних лучников. Смотрите, это лучница... ага, это лучница более крутая. А, у нас здесь такой же, да? С ножами и копьями. Не, молния реально топовая. Так, ну прокачивать я смотрю пока что, да, нельзя. Закинем еще. Толпа. Так, денежек срубим. Еще. Новый противник, гном-поджигатель. Гномы странное название. Я рыцарей хочу поставить, но пока у меня с монетками все печально. Нам сотка нужна одна, вот, рыцарей. О, рыцаря.
Вот, рыцари будут рандомно выходить, естественно. Минус. Ебой. Так, ну, рыцари... А, можно показать, куда им идти. Да, рыцари, они будут еще спауниться рандомно. Ну, не спауниться, а периодически. Не рандомно, а периодически. Так, типа наша деревушка. Да, так, я хочу магов еще поставить. Ну, смотрю, у них... Урон у всех маленький пока что, точнее, радиус. И противники... Так, давайте заспауним еще. Так, о, герой в вашем распоряжении. Офигенно. Иди сюда. Иди сюда. Так, давай закинем пока. 113, кстати. О, маги. Давай. Я не знаю, у нее есть какие-нибудь абилочки? А, он лучник у нас. Неплохо. Он у нас лучник, оказывается. Идите, намесите им там. Интересно, а наши башни могут... О, смотрите, он далеко стреляет. Так, у нас что по деньгам? По деньгам пока все глухо. Ай-яй. Валунами меня не пришибите хоть. А, герой горит, герой горит. Закинем пока вот этих. Так. Блин, улучшать нельзя, жалко. Жалко улучшать нельзя. Но это не последняя атака. Так, о, новая градстрел. Хе-хе. Так, еще 70. Еще по мага одного берем. Ну, такая интересная... Не, мне такие игры раньше нравились. Я играл в разные игры такого жанра. Особенно очень-очень давно. Может быть, года 4 назад. Мне прям реально заходили эти игры. Я прям в них залипал и залипал. Часами. Хе-хе. Так, пока всех минусуем. Ну, жалко, прокачивать нельзя, потому что строить-то нам больше уже негде и некого. Так, давайте тебя продадим и поставим еще одного щитоноса. Такая толпа у нас здесь. Ребята. Максимально вот сюда. Ну да, смотрите. Ну, стрелы все это прокачивать можно будет. То есть магию, воинов, стрелы. Кстати, у него какая-то ульта набирается. Давай толпу. Прям такой толпа. О, эти исчезли. Да, у него как... У него левел, походу, набирается у героя. Или ульта. Так, все, мы... Вечеринка. Победа. Три звезды. Продолжить, естественно. Ну, в принципе, игрушка интересная. Я такие игры люблю. Так, улучшение. Ух, ё-моё. Так, что у нас три очка? Молнию. Так, урон 3 удара грома. Так, увеличит урон атаки друида. Увеличит радиус атаки мага. Ага. Увеличивает урон мага. Естественно. И давайте лучников. Готово. Начнем с дальнего боя. Так. Это у нас высокий перевал. Погнали. Значит, лучники и маги. Так, доступна башня 2 уровня. Так, противник идет отсюда. Лучники. Маги. Идут пусть. Сейчас посмотрим, как они пойдут. И рыцари. Ну, потому что рыцари это всегда хорошо. Закажем еще парочку. Так, 160 и радиус увеличим, да? Ага, радиус увеличится. Что за хрень-то? Вали их, вали. Куда пошли-то? А, у нас тут еще рыцари. Эй, герой, давай сюда. Тебе качаться надо. Так, урон у мага увеличили. Ребятки месят их. Молодцы, молодцы. Давайте все сюда. Вы что там так далеко-то ушли? Так, еще идут, еще денежки. Так, подсказка. Командуйте войсками. Да без проблем. Так, стоп, стоп, стоп. Лучники. Ага, больше никого нету. Давай туда. Иди, файти их. Тебе как раз уровень нужен. Ой-ой-ой, герой, герой, герой.
Черт, вы что творите-то? Куда пошли-то? Еще толпа. Ну-ка! Во, сразу минус 0. Так, еще денежек. Два лучника. 160 хочу набрать. Так, совет. Основные стратегии. Казармы хорошо подходят для блокировки врагов, но им не хватает силы атаки. Ну это понятно. Чего вы мне рассказываете-то, блин? Что им силы атаки не хватает. А этим я могу командовать? А, я этим даже командовать не могу. Так, они с двух сторон идут. Ну, у меня тут есть защита. 160 монет копим, и вообще все изично будет. Так, еще армию. Давай, минусуй, минусуй, минусуй всех. Молодец, молодец. Ну, почти так, как я хотел. Так, еще 160 мага прокачали. Так. Уберем вот этих. Ё-моё, это что за танк? Так, давай, будешь здесь стоять. Новый противник. Голор Обглод. Открывает шаман. Ага, ясно. Кидается чем-то. Совет. Сопротивление урону? А-а-а. Все, я уж испугался. Думал, что-то топовое. Так, их тут трое. Двое. Ага. Ну, я думаю, мы их вынесем. Лучник он уже начал наваливать. Сейчас вышки начнут наваливать. Мы еще ребят закинем туда. Все потихоньку. Мак, что ты не атакуешь-то? О, давай. Минусу их. Я думаю, рыцари набрать. Но я смотрю, что-то как-то не ахти. Отойди пока. Сюда. Сейчас закинем, ребят. Давай, давай, луки, стрелы, хоть что-то. Ё-моёшеньки. А, мы минусанули. Так, нормально все. Придурки, атакуйте. Давай сюда, давай сюда, сюда, сюда. Так, давай, минусуй, минусуй. Так, ну с центра пока не будем зазывать. Так, извиняюсь. У меня вылетело. Во, прокачали, ребят. Давай, теперь вот так наваливаем хотя бы. Так, ладно, призовем этих. Еще толпа. Солдат. Да, если, конечно, молнию прокачаем, будет еще более имбовно. Но пока что нет. Так, герой у нас, кстати, скоро прокачается. Так, минус. Солдатики. Молния, 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 давай. Убирайся чуть-чуть. Ну-ну-ну-ну-ну. Е-е-е. Так, давай вот здесь. Блин, это... А, это 5 из 8 только. Ё-моё, блин. Давай, минусуйте их там, ребят. Я вас верю. Так, мага больше не прокачаешь. Дерево улучшаем. Да, хотя бы этого. Минусуй, минусуй. Сейчас тебе подмога придет. Подмога пришла. Так, лучников ставим. Нет, я здесь бы вот этих щитоносцев поставил. Лучше вот этих, конечно. У меня пока столько монет нету. Так. Ну ладно, у нас тут рыцари везде есть. Я не знаю, справятся они, не справятся. Давай, давай, иди минусуй, минусуй их быстрей. Помогай своим. Ну... Все. Так, ну в принципе прокачивать нечего. Так, давай. Так, где они пойдут? На тебе, минус. Атакуем. Атакуем, атакуем, атакуем. Так, магов не прокачать, этих не прокачать. Поднимаем вот этим левел. 160 надо. 160 монет, быстрее, быстрее. Набейте мне 160 монеток. Ё-моё, блин, жесть. Жалко, ускорения какого-то нету, типа. Быстрые атаки. Так, сейчас эти встанут в одну кучку. Ну вот, хотя бы половина минусанули. Так. Закинем им туда солдат. Пусть наших вырезают потихонечку. Давай, вставай на центре. Давай, давай, давай. О, второй уровень, красавчик. На вышке, я смотрю, тут им наваливают хорошенько.
Так, сейчас. Ха-ха! Красиво просто. Ух, ё-мё, какой он бронированный. Гад, а? А этих уже не вкачать. Так, рыцарей и каменщика. Рыцарей не вкачать, этих не вкачать. Герой, нам отходим. Так, толпа. Блин, ну ладно, мы их вынесем спокойно. Герой, что там, живой еще? Да, живой. Отойди пока назад. Еще назад. Давай. О, минусанули одного. Слушайте, у нас герой стал теперь второго левела, он стал мощнее. Так что я вообще не переживаю по этому поводу. Блин, 160 монет не хватает. Или 110 хотя бы. 160, конечно, лучше набрать. Да, и вот эти перки надо вкачивать. Так, это 7 из 8 волн. Ну чё, не, я рисковать не хочу пока. Так, зря я это сделал, да? Так, ладно, подождем. Ну, этих минусанут башни. Ага, этих, да. Так, давай сюда. Всех этих минусанули башни. 220 монет надо, ни хрена себе. Так, 160. Все, ребята, топовые вышли. Наваляли им сразу просто. Так, ну пока все херово. Отходи. Давай еще толпу вызовем. Ну, башня, конечно, тут наваливает неплохо. Так, героя сюда отправляем, чтобы он нам левел себе накачивал. Тем более лучники как-нибудь. Здоровье, смотрите, восстанавливается автоматом просто. Давай. Сейчас еще бы молнию набрать. А, это, кстати, 8-я волна-то. Так что переживать не стоит. Молнию наберем и все, мы их зарежем все. Давай, издалека. В смысле? Давай. Так, еще солдат. И разряд. Быстрей. Е-бой. Минус все, победа. На 3 звезды. Изи. Просто изи. Почти изи. Так, посмотрим. У нас еще 3 очка сейчас должно быть, да? 3 очка, все правильно. Так, снижает стоимость стандартных казарм. Не. Во. 2, ага, 2 очка. Так, увеличит радиус атаки лучников. Неплохо. Либо снижает стоимость затрат. Увеличивает урон атаки друида. Вот так пойдем пока. Так, это у нас водопады. Ну, водопады, я смотрю, там их много, поэтому... Так, доступна башня 3 уровня. Так, маг здесь. Ну, естественно, ставим лучников, ставим мага и ставим казарму. Отправляем нашего героя вот сюда. Стоп, в смысле? Ему и тут зайцы есть. Так, тут есть зайцы. Так, мы... О, и лучников сразу вкачиваем на... Толпа, вперед. Ну, лучники сразу второго, поэтому не паримся по этому поводу. Так, минусуем лишних. Ну, мана наберется. Так, 160 надо набрать, да? Слушайте, я что-то напрягся сейчас. А если они снизу пойдут? Ха-ха! А если они пойдут снизу? А куда им надо дойти-то? Им надо вот это место мне защищать. То есть они... Опа! Так, волшебные бутоны. Охренеть, они еще и стрелять в волшебные бутоны могут. Так. Ну, монеток мне, конечно, не хватило. Лишних уберем сразу. Герой, а ты давай вот сюда дуй. Эти разберутся здесь. Если что, у меня магия есть. Тут бочка какая-то плыла. На тебе, смотри, урон наносит. Так, не, лучник там... Хотя, стоп, вот они, пойдут, идут тут. Давай. Там эти разберутся. Мы сейчас им еще солдат закинем. Все, эти минусанули.
Так, маги. Блин, на щитоносцев не хватает уже. Ну ладно, это бесполезные. Цветы, конечно, выжигают их круче, чем я. Так. О, смотрите, это гиены. Гиены быстрые очень. Блин, вы гиены-то, а, жесткие. Давай сюда. Лучников здесь поставим. В смысле? Ни хрена себе гиены. Ой. Там кто-то умер. Блин, слушайте, гиены реально жесткие. В смысле? Давай, хоть эти минусани. Ё-моё, слушайте, с гиенами, блин. С генами будут проблемы. Так, ну вышки тут, я смотрю, минусуют неплохо. Стоять. Так. Так, минусуй, Так, ставим здесь еще солдат, а здесь еще рыцарей. Больше вышек, веселее. Так, нам бы вот это вот прокачать. А, это и так, нифига себе, радиус будет. Так, нам бы рыцарей прокачать желательно. Так, эти пробегают насквозь, а эти их минусуют. Нет, не минусуют почему-то. Обидно. Так. Минусуйте. Так, минусуем лишних. Еще щитоносцев. Больше солдат на этой области. Во, вот так сделаем. Блин, изи было бы еще щитоносцев закинуть сюда. А, мы сейчас каменщика сюда закинем. Они будут его минусовать, а наши будут дамажить. Так, совет. А враги с сопротивлением магии. Ага, ясно. Ну ладно, пока все хорошо. Давай, помогайте. Так, там что-то едет внизу. Я хрен знает, чем, кого мы спасаем. Не знаю, людей, может, без понятия, что это делаем. Если честно. Герой, давай наверх. Там прям два танка идут. У нас мы еще эту, кстати, вышку не использовали. А, у нас денег нету. Да, надо 160 монеток хотя бы. Закинем еще солдат. Я смотрю, они активно прям идут. О, птичка. Твою мать, что произошло? Как он появился здесь? Рыцари, давай, вас там... Давай, в смысле? Ни хрена себе. Охренеть, что происходит? Герой, беги сюда. Офигеть. Что за дичь произошла? Как они... Так, ускоряемся. Ё-моё! Я не понимаю, что происходит. Герой, кажется, жестко проливает кровь. Мы, кажется, сейчас проиграем. Закинем туда толпу ребят. Еще лучников. Все, мы просрали, походу. Да. Охренеть. Меня герой минусанули. Давай хотя бы всех этих минусаните. Ё-моё, жесть. Давай. Новые противники. Они могут переносить? Ё-моё. Не, я удивлен, что мы живы.
Сколько? А, у нас 9 здоровья осталось. Да. Хотел я пройти локацию на изи, но хрен из 2, видимо, мне. Так. Надо вкачиваться, но что-то... Интересно, если я эти локации повторно перепройду, мне за это дадут опыт? А, оленей убивать нельзя. О, сокровище, монетка. А, монетки дали. Толпу закинем. Ну пока да, пока все хило. Надо за водопадом следить. Я смотрю, тут эти могут иногда сплавляться. Куда не надо, блин. Герой, давай, вон туда хотя бы встань. А то они могут и вниз спуститься. Так, мы копим, блин, копим магию, но вот сюда. Вот эту кучу солдат. Смотрите, один опять у нас появился. Так, еще одна бочка. Так, во-первых, вот это, а во-вторых... Вот это, да. Давай сюда. Все, минусуйте их, минусуйте. Вроде справляемся. Давай, давай, наваливаем, наваливаем. 250. Так, еще кого-то спасли. Фу, это еще волн столько, ё-моё. Иди сюда. Так, этих я не могу вкачать, этих... О, тихо. Музон какой-то. Ворон вообще покоцал еле-еле. Блин, этот там приперся. Этих не могу... О, эти могут в два разных... Две разных стороны дальше качаться. Так, еще 160. Прокачиваемся. Так, спасаем человечка. А, этих вообще даже не дамажит. То есть только... Вся надежда на вас, ребят. Да, вся надежда на вас. Блин, вы задрали вниз спускаться. 250 монет копим. Так, блин, эти, конечно, птички жесткие. Усиляем. Так, сюда и вот сюда. Минусуем все лишнее. Так, минусуем еще парочку. Используем зелье. Ой-ой-ой. Надеемся на них, потому что... Все, вот, теперь у нас более мощные ребята. Так, накидываем сюда еще. О, зелье. Так, стоять! Так, ну герои там это сливает жестко. Давай, герой, я в тебя верю. Накинем туда еще вот этих. Так, рыцари вкачиваем, магов вкачиваем. Лучников, к сожалению, не можем вкачать. Так, сюда добавляем доп. Отряд. Так, этих мы не можем вкачать. Неплохо. Лучников вкачиваем. Так, бочку забрали. Так, здесь мы у нас поглухо. 250. 160. Блин, денег нет. Используем вот эту фигню. Блин, мы реально сливать сейчас начнем. Хе. Так. А, это лучники, ё-моё. Герой, отойди в тыл. На, вкачиваем. Неплохо. Еще более топовые рыцари. Давайте, отмахивайтесь его. Ну, вроде, смотрите, осталось последние вот эти противники, скорее всего, и все. Да вот растения реально нам помогают. Вытягивают. А, бочки пустые, блин. Давай, минусу иди. В атаку. 160 монет надо. Победа? На 2 звезды, да, потому что, блин, толпа гигантская прошла просто, и...
Я к тому не был готов. Так, у нас теперь 2 очка всего. То есть 2 звезды, 2 очка. То есть надо перепройти на 3, и тогда получим 3 звезды. О, кстати. Фига себе. А, локация так. А, не, локация не такая уж огромная. Тут птички. Так, зал героев. Ага, это выбрать. Стоп, у нас навык. Подожди, у нас 4 монетки. О, мы можем вот этого выбрать. Ариван. Так, печать пламени. Посох молнии. Призывает молнию, наносящую от 40 до 80 очков урона. Но этого смотрите, то есть этот еще как-то область рядом из 17 стрел наносит до 3 очков урона. Ну такое себе. Это все в голову. Вот нет, я его возьму. Давайте у него вкачаем. У нас 8 монеток. Стоп. А на нем 4. Я не знаю, давайте попробуем вот этого. 8 монеток. И вкачаем огненный шар. Молнию дважды. Лед. И камень дважды. Так, здесь у нас 4 очка. Выпускает 3 стрелы, поражая врагов в радиусе атаки. Во, все. Готово. Ладно, ребят, на этом мы пока что закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!